Всех приветствую на канале Школы вязания «Наша пряжа». В сегодняшнем видео мы свяжем с вами новый узор для регланной линии. Итак, данный узор подходит для вязания реглана сверху. Именно тогда, когда вы вяжете лицевой гладью само изделие и хочется как-то сдекорировать вот линию реглана. Посмотрите, какая интересная получается линия реглана, объемная, вот такая пышная. Значит, это у нас лицевая сторона, вот у нас изнанка. Также это можно прибавление, да, ведь регланная линия это прибавление, использовать для вязания следков. Есть следочки, которые вот сверху начинается вязать, и по верху стопы вот делается прибавление. Очень хорошо этот узор тоже подойдет. Так, для образца я набрала 15 петель. Теперь для имитации горловинки провяжу платочным узором несколько рядов. Но платочным узором я буду вязать все петельки изнаночными, а не лицевыми. Вот каждую петлю провязываю изнаночной до конца ряда. Так, последнюю тоже изнаночной. Раз. Повернуть вязание, первую снять, все петельки вяжем изнаночными. И так несколько рядов. Я вяжу все петельки изнаночными для имитации воротника или горловинки. Всего провязала 6 рядов, то есть получив 3 таких рубчика. Теперь 2, 4, 6, 7, 8. Вот 8-я центральная петелька. Вот так я под ней ставлю маркер. Вот. Это у нас будет петля самого реглана. Первый ряд линии реглана. Первую петельку снимаю. Все петельки вяжу лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать и кромку изнаночной. Это первый ряд. Прибавки пока мы не сделали. Работу разворачиваем. Второй ряд у нас с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Все петли вяжу изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Кромку изнаночной. Поворачиваем вязание. Так, у нас третий сейчас ряд линии реглана. Так, первую петлю снимаю. Я должна провязать лицевыми до последних 3 петель перед центральной, перед линией реглана. Да, вот петелька линии реглана. Раз, два, три. То есть снять петлю 3 лицевые. Еще раз. Вот петля линии реглана. До нее 3 петельки. Итак. Из-под петли линии реглана я спускаюсь на 3 ряда ниже, вот сюда. И отсюда достаю длинную петельку. Раз. Придерживаю. Следующую петлю провязываю лицевой петлей. Спускаюсь опять сюда же. Достаю длинную петельку. Два. Придерживаю. Следующую петлю провязываю лицевой. Снова. Сюда же спускаюсь, достаю длинную петельку 3, 3 лицевые, 1 лицевая, центральная петля 2, следующие 3. Теперь с этой стороны будем поднимать длинные петельки. Чтобы они были примерно такой же длины, я буду поднимать их левой спицей. То есть левую спицу вот ввела в это же отверстие, то есть из-под петли регланной линии. Так, достаю длинную петельку. И одеваю тогда на правую спицу, придерживаю, следующую петлю провязываю лицевой. Это раз. Снова левую спицу завожу сюда, в это же отверстие. Достаю длинную петельку. Одеваю ее на правую спицу, придерживаю. Следующую провязываю лицевой. Это два. В это же отверстие ввожу спицу. Достаю длинную петлю. Переснимаю ее на правую спицу. Затем 3 лицевые. Раз, два, три. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, вот такой у нас третий ряд.
Работу поворачиваем. С изнаночной стороны четвертый ряд. Первую петлю снимаем. Так, и вяжу 3 изнаночных. Раз, два, три. Или изнаночными довязываем до первой длинной петли. Вот длинная петля, которую мы в предыдущем ряду с вами вытягивали. Нить перед вязанием. Петлю снимаем не провязанной. Следующую провязываю изнаночной. Нить перед вязанием. Петлю снимаю не провязанной. Следующую провязываю изнаночной. Нить перед вязанием. Петлю снимаю третью. Не провязанной. Дальше 3 изнаночных. Раз, два, три. Нить перед вязанием. Снимаю петлю не провязанной. Одна изнаночная. Нить перед вязанием. Снять петлю. Одна изнаночная. Нить перед вязанием. Снять петлю. Довязываю изнаночными. Это у нас четвертый ряд. Кромку вяжу изнаночной петлей. Вот так. Работу поворачиваем. Так, с лицевой стороны пятый ряд. Первую петлю снимаем. Дальше. Лицевые. Раз, два, три. Следующую петельку длинную провязываю тоже лицевой 4. Следующая лицевая 5. Следующая лицевая 6 и лицевая 7. По сути, я должна довязать лицевыми до последних двух петель перед центральной петлей, перед петлей линии реглана, да? То есть до третьей вот длинной петли. Дальше длинную петельку снимаю как лицевую, вот как лицевую. Вторую петлю после нее тоже снимаю как лицевую. И теперь вот эти две петельки, можно вот так, провязываем вместе лицевой за заднюю стенку. Смотрите, я вот первую петлю оставила, вторую оставила, а третью я сделала убавку. То есть у меня прибавлено с этой стороны две петельки. Дальше центральная петля провязывается лицевой. Следующие две петли сразу после центральной провязываются вот раз, два, вместе лицевой, с уклоном уже вправо, тоже сделала убавку. И довязываем лицевыми. Раз, два, вот три. Длинные петельки тоже провязываю лицевыми. 4, 5, 6, 7. Кромку изнаночной. Так, вот такой у нас был пятый ряд. Работу поворачиваем. Шестой ряд. Первую петлю снимаем, все петельки провязываем как изнаночные. Вот изнаночными я вяжу все петли до конца ряда. Так, кромку тоже изнаночной петлей. Готовый шестой ряд. Поворачиваем вязание. Дальше работу мы повторяем с третьего ряда. То есть повторяется третий, четвертый, пятый, шестой ряды. Вот эти четыре ряда. На протяжении вязания четырех рядов у нас будет прибавляться по две петельки с каждой стороны от центральной петли линии реглана. То есть это то же самое прибавление, что мы прибавляем обычно в каждом лицевом ряду. Да? Так, давайте повторим. Третий ряд у нас как вязался? Первую снимали. У нас было 3 лицевые. Теперь должно быть, значит, 5 лицевых. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5. То есть я вяжу лицевыми до последних 3 петель перед центральной. Вот центральная петля. А вот 1, 2, 3 петельки осталось. Так, теперь из-под центральной, вот она еще раз, спускаемся на 3 ряда ниже. Смотрите, 1 ряд, 2 ряд. 3. Вот на 3 ряда ниже спустила спицу и вытаскиваю отсюда длинную петельку. Вот раз. Придерживаю. Следующую петлю провязываю лицевой. В это же отверстие спускаюсь, достаю длинную петельку 2. Придерживаю. 1 лицевая. Так, снова. Спускаюсь из этого же отверстия длинную петлю 3. 3 лицевые теперь. 1, 2, 3. Есть все с одной стороны. Так, с другой стороны. Левой спицей. Так, что-то мне уже вот это мешает. Левой спицей. Спускаюсь в это же отверстие. Подхватить ниточку. Вытащить длинную петлю. Переснимаю. Придерживаю. 1 лицевая. 1. Из этого же отверстия достаю
длинную петельку, переснимаю, придерживаю лицевая, и третью петлю из этого же отверстия вытаскиваем. Третья обычно вот самая длинная, да, придерживаю, и тогда 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Так, дальше следующий ряд. Значит, мы повторяем 3, 4, 5, 6 ряды. Этот вяжется как 4. Первую снимаем. Значит, 5 изнаночных должно быть, так как на 2 петли больше. Да? 1, 2, 3, 4, 5. То есть все изнаночные вы вяжете до длинных петель. Нить перед вязанием длинную петлю снимаете не провязанной. Изнаночная, вторая длинная петля, изнаночная, третья длинная петля, 3 изнаночных. 1, 2, 3. Четвертая длинная петля, изнаночная, пятая длинная петля, изнаночная, шестая длинная петля. И закончить изнаночными. Значит, этот ряд мы провязали как 4-й ряд. Кромку тоже вяжу изнаночной петлей. Так, следующий ряд. Вяжем как 5-й. Первую петельку снимаем. Так, все петли лицевыми до последних 2 петель перед петлей реглана. Так, вот. Вот эти тоже лицевыми. Лицевой, длинная лицевая, следующая лицевая. Вот центральная линия реглана, а вот наши еще 2 петельки. До последних 2 петель перед линией реглана довязала. Убавка влево, переснимаю петельку 1, следующую петельку 2. Поверну правыми стенками назад, провязать лицевой за заднюю стеночку. Следующую петлю провязываем лицевой. Тогда убавка вправо, слева направо 2 петельки, провязываем вместе лицевой петлей. 1 лицевая, 2, 3, 4. И дальше так заканчиваю все петельки, провязывая их лицевыми. Значит, этот ряд мы провязали как 5. Вот. Поворачиваем вязание. Следующий ряд вяжется как 6. Так, кромку снимаем, и все петли вывязываются просто изнаночными петлями. Вот я вяжу классикой, да, классическими изнаночными. Вот каждую петельку провязываю изнаночной до конца ряда. Так, в конце кромку изнаночной петлей. Вот я еще раз повторила с 3 по 6 ряды. Вот. Наше расширение, то есть каждые 4 ряда провязываем, по 2 петельки с каждой стороны от линии реглана прибавляем. И так дальше повторяете вот эти 4 ряда. Так, вот пошло мое расширение. Смотрите, видите, повторяя вот эти рядочки. Значит, смотрите, на протяжении 4 рядов повтора у нас прибавляется по 2 петельки справа и слева. Если вы хотите, вы можете прибавлять и по 3 петельки справа и слева на протяжении 4 рядов. Это если вот эту петельку, которую мы провязывали по 2 вместе лицевой слева и справа, мы будем провязать просто лицевыми. Но классическое прибавление, это в каждом втором ряду, то есть на 4 ряда 2 петли, это как раз вот такое. Всем спасибо, с вами была Катерина Мушина, это канал Школы вязания «Наша пряжа». Всем до новых встреч!